Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Battle Beat Remastered. Игрулька... В общем, люди, которые создавали эту игру, вдохновлялись игрой Battlefield. Вот, и говорят, что это даже не первая игра, тут в этой игре даже звуков нету, представляете? Ни звука, ничего нету. Вот, а мы с вами должны начать в нее играть. Быстрый матч, 127 против 127, ничего себе. А что это за составчики такие огромные? Ну, давайте посмотрим. Звука нет, ничего нету. Не забудьте, друзья, поставить лайк и давайте смотреть. Я не знаю, а может быть мне что, придется звук какой-то накладывать? А что они сами не наложили какой-то? Ну, игра находится в раннем доступе, оно логично. Игра в ужасной квадратной графике, но... Собственно, из-за этого и мы играем 120 чем-то на 120 чем-то. Опа. My country bound from... Все нормально, давайте. Все. У меня ничего не было нигде заблокировано. Окей, все, я согласился на все правила. Ой, смотрите, как свесилось. Дислокация, давайте. Дислокация, куда? Куда-нибудь сюда, давайте. Все, давай. А как? Нужно выбрать точку. Точку, я выбрал точку А. Нет, могу точку Б. А, дислокация. Все. Я красненький. Опа, вот это графика, вот это сказка. Так, кого мы целимся? Тихо, 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 малыш. Тихо, тихо. Двигаемся, двигаемся. Маленькие квадратики. О, я слышу звуки. Кстати, я помню все это. Сука, свои. Да, что за растяжки какие-то внизу? Это что такое? Это растяжка? А я могу перепрыгнуть? Опа. Ну-ка, смотри. А что за дача? А как я? Оружие мне есть, интересно. Здорово, брат. О, какой ужас. One question, two question, three question. Опа, я умер. Ладно, я специально хотел умереть, потому что я хочу что-то прикольное взять. Вас перевязывают. А зачем меня перевязывают? Я не хочу перевязываться, я хочу воевать. Что это за черные штучки, скажите мне? Че, пацаны, у меня лежат тут? Нет, не хочу. Давайте, как оружие поменять, кто не знает? Так, тайм-аут. Кстати, у меня звуки выключены. То пойдем воевать. Опа! А, это свой, ёпт. А можем мне какого-нибудь уже врага найти? И откуда меня стреляли? Непонятно. А меня будут поднимать? П, пожаловаться. Нет, хочу. Ничего не понятно, что я хочу. Опа! Что-то поднять можно. Мы лежим. А как встать? Мне обязательно нужно ждать, когда меня поднимут, что ли, или что? А что, если я не хочу лежать и ждать? Братья, поднимите меня. О, спасибо. Так. Боец, давайте бойца уберем. Так, боец. Ага, ничего не понятно. Рюкзак, нагрудная броня. Так. Снаряжение, вот, снаряжение. Давай снаряжение мы возьмем. А, нам нельзя ничего брать. Нет. Ну-ка, а можно? Нет, снайперскую какую-нибудь винтовку. Нет, тут почему-то все вот такое вот. Это автоматическое. Можно, пожалуйста, первая помощь? Как стать хилером? Разведчик. А вот, поддержка, инженер, медик, штурмовик. Разведчик это кто? Мы потеряли цель. Отлично. Поддержка, инженер. Давайте медиком побегаем. Хочу быть медиком. Все, я готов. Или сюда. На Е хочу. Е. Дислокация. Е. Все. Я же медик. Да, я медик. У меня 3 аптечки. 123 аптечки. Тихо.
Кто-нибудь умирать будет, я вас должен спасти, я знаю. Тихо, тихо, свой, чужой. Чужой, свой. Так, пацаны, мы пушим, нет? Что мы тут? Ёб твою! Еще их не знаю, пацаны. Опа. Так, а что за отдача такая дурная? А что за отдача такая дурная, скажите мне? Так, я должен себя перевязать. Все, я перевязал себя. Опа, все, убили всех. Все, я врываюсь. Вот там идет тот. Откуда меня убили? Как играть в это говно? Боже, боже, как играть в это говно? О, извините, в эту прекрасную игру. Мы захватили цель F. А это я, это меня подняли, да? Я понял. Вообще просто, просто без остановки. Что за мясо, я не понимаю. Здорово, медик. А, побежали, мне надоело сидеть. А, я не пробежал. А, вообще, здесь реально что-нибудь делается? Или я должен сидеть все время в укрытии? Что за дурная игра? О, друзья, если удержать пробел, можно сдаться. Так, давайте, разведчик. Разведчик, это кто у нас? Это кто-то? Ладно, дезлокация. А, да. Все, хочу, вырываться. Давай. О, все, я, разведчик, это снайпер наш, да? Вот это. Оп, наводимся, стреляем. Тихо, тихо, не ори. Сейчас мы найдем самое крысятническое место. Так, наши задержали дыхание, все верно. Ага, все нормально. Опа, а че не попал? По мне кто-то стреляет. Все, я попал? Нет? А, надо было перезарядиться. Сейчас все будет. Тихо. Опа, тут можно... А, у меня дом обрушился. Блин, а че нельзя залезть на крышу было? Почему? А я попал, кстати, на секундочку. Если что, я попал. Правда, в голову? Считается? Не засчитали, надеюсь, убийство? Я попал. Года тренировок. Сюда хочу. Дезлокация, давай. Все нормально, сейчас заберусь. Повыше. Здорово, брат. Ты же стоишь здесь? Ух ты, танк, ёпт. А что с танком делать? С танком можно стоять. А, здравствуйте, еще нужно перезарядиться. Все, перезарядились. Промазал. Перезаряжаемся. Брат, ты будешь попадать сегодня? Что за... Попал? Я попал, нет? Нет? Че, я попал хоть по кому-то? Покажите уже. МДЖ, где МДЖ? Тут есть вообще где-то у МДЖ-ка? Ноль киллов, что? Что? Погодите. Перезарядка. Че, сучка, ты тут лазишь? Мешаешь мне воевать? Тут важная миссия, на секундочку. Попал? Нет? Нет? Удерживайте 3, чтобы перевязать себя. Перевязываюсь, все нормально, да, все по плану. Игра, конечно, дурная, просто сказка. Сказочно дурная игра. Тихо, давай, я тебя прикрою, брат. Ну, умрем, мы умрем. Что ж там, была не была, правда? Я тебя прикрою, брат.
Все нормально? Я чекаю. Ёпт, я пока чекал, меня там расстреляли. Фух. Так, все, надо еще кого-то взять. Кто еще есть интересный? Инженер, поддержка. Медик, штурмовик. Давайте штурмовиком хочу быть. Вот сюда. И дислокация. Давайте. Штурмовик, это вот я был, кстати. Ну-ка давай. Сейчас тра-та-та, уставим тебе тут. Ну-ка, маленький, где вы тут? Вылезайте. Сука, что так быстро бегаешь? Не бегай так быстро. Сука, синий свой, блядь. Давай-давай-давай, пушим. Брат, заходи, ты первый. Я ничего не вижу, но ты первый. Там никого. Синенькие одни. Откуда-то стреляет, непонятно, сука. Тихо, перевязываемся. Ой, я вижу, кто-то ходит вон там. Ну-ка я лягу и перезаряжусь. На секундочку. Не, ну я понимаю, почему в эту игру играют многие фанаты. Всякой залупинки. Тихо, мой маленький, иди сюда, выходи. Не выходи. Бля. Вон. Тихо. Джи. Джи кинул. Кинул на джи. Ой, как хуёво кинул. Перезаряжаем нашу палочку. И выходим по-тихому в спину. Прям где-то наверху сидит, смотрите. Синьки ходят. Я вообще не понимаю, что происходит. Противник захватывает цель. Опа, по мне стреляют. Вон там, цель наша явно. А как они меня захватили-то? Просто обошли, что ли, меня спину? Сука. Пацаны, пошли. Ой. Там свои, кстати. Вот там кто-то целится, у кого-то. О, видали, да? Если кто-то целится, значит, отсвечивает. Ой, мясо. Капслок для чего? Help me. Кто орёт? Кому помочь? Непонятно, кому помогать. В этой игре уже никому не поможешь. Блять, откуда меня убили? Сверху, прикиньте, меня сверху убили. Никому не говорите, откуда меня убили. Если что, вы не видели. Ой, боже, ну игра. Игра-сказка. А, интересно, сколько идет раунд? Вечно? Или пока что надо это сделать надо? Ой, ёпта, сидит тут крыса. Ничего, крыса, я вернусь. Тихо, время кончается. Что ты тут рычишь? Я пойду за синеньким. И за красненьким. Блять, стреляет куда-то. Откуда стреляет? Куда? Откуда-то оттуда. Смотри, сзади, по-моему. Пачки, вот это я упал. По кому ты стреляешь, блядь? Опа, видели? Сидит, выцеливает прям эту дырку. Вот крыса-то, а. Давайте, пацаны, давайте я поторгую вашими лицами. Тихо, а чё, их убили всех? А чё, их всех замочили?
Ты что, тактика такая была? Синенький свой. Машина какая-то. Пошли, пошли, пошли. Оп. Три. Там что-то происходит, но я тебя хильну, брат. Брат, живи. Все, я тебя спас, ты можешь лежать дальше. Ой, тихо, тихо. Вот там красики бегают, видели? Вот опять красненькие. Как много красненьких. Ёб твою мать. Ты чё лёг-то? Типа, что? Сейчас я тебя подхилю, брат, всё нормально. Всё нормально, я чувствую, что я тебя спас. Опа, ну что мне? Противник убит. Заебись, я убил кого-то. Чучел упал. В этом же и была тактика. Чтобы он не падал. Я думаю, хильно он встал. Да у них тактика, смотрите, они очень много лежат все. Ёпта, а как он меня увидел? А на чё в этой игре не хватает? Повторов. Повторов. Потому что он так стрелял, прям стрелял. Я знаю, чего в этой игре не хватает. Не хватает вот этого. Дислокации, давай врываемся. А куда врыв? Сюда, на Е. Только врывайся, давай, брат. Что-то секунды какие-то пошли. Передатчик не вибрируй. Бать, там красное было. Надо уходить отсюда. А то не к добру все это. О, здорово, брат. То есть с пистолетиком пока побегаем. Че, никого нет вообще? Почему, когда я бегаю, никого нет? Ну и стрельба, ну и игра. Явно союзник дислоцировался рядом с вами. Я понял. Хорошо. Патрона у нас не было. Кто-то мяукает. Ебать, он здесь лежит. Ой, пацаны, внизу смотрите. А чего не убил, кстати? Я в него прям стрельнул. Я прям в него. Прям в него. Почему мне так не хватало какой-нибудь штурмовой винтовки в тот момент, когда она так была нужна? Почему? Почему? Все, я готов. Пойдемте пушить. Ой, там все красные. Пиздец. Я убил кого-нибудь? Нет. Давайте посмотрим. Один из восьми. Невероятно, друзья. Это невероятная хвнишка. Ну, игра. Игра не перестает меня удивлять. Уберите точку, я убнул. Или уже нельзя эти точки убрать.
Вот туда, на Б давайте. Все, мы готовы. Но звуки, кстати, нормальные в игре. А вот что касается графики, вообще забейте. Квадратики. Квадратики не более. Нахуй он там стреляет? Это по мне стреляют? Меня убили, прикиньте? Не пойми откуда. Вот такая вот игра, друзья. В общем, ладно, пошел я отдыхать. Всем добра, вот так и выглядит игра, замечательная игра. А можете даже лайк не ставить. Вам пишите, что вы думаете о ней. Всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения, всем пока-пока.